получим зарплату, ну, мы, я говорю от лица сотрудников, лично я работал, мы никаких письменных приказов на этот счет не получали. Нам только устно было сказано, что сохранится средняя зарплата за прошлые полгода, как в случае оплачиваемого отпуска. Небольшая часть сотрудников осталась работать в диагностическом центре. Во время режима самоизоляции мы получили специальные разрешения, и каждый рабочий день по будням приезжали на свои рабочие места и работали полные рабочие дни. Нагрузка была низкая, но тем не менее мы работали полную рабочую 30-часовую 5-дневку. В результате заработная плата отправленных домой сотрудников за апрель оказалась в